Управление Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области возбудило дело в отношении Ярославской сбытовой компании по признакам нарушения закона о защите конкуренции. Поводом для возбуждения дела стало прекращение 29 и 30 апреля электроснабжения 9 школ в Угличе, накопивших задолженность по оплате. Школы входят в список потребителей, для которых отключение энергии может привести к негативным последствиям.